Первый этап знаменитого ралли «Дакар», который проходит в Аргентине, отменен из-за сложных погодных условий и серьезной аварии на открытии. Практически сразу после старта в Буэнос-Айресе китайская гонщица не справилась с управлением. Ее автомобиль вылетел с трассы на крутом повороте и задел стоявших на обочине зрителей. 10 человек получили травмы, по последним данным, трое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших беременная женщина и четверо детей.